Руководство сменилось, бардак остался, считают пермские зоозащитники. Очередной скандал разгорается вокруг муниципального приюта для животных. Несколько дней назад волонтеры вывезли оттуда собаку с кровоточащими ранами и переломом лапы. Сейчас животное находится на интенсивном лечении, а активисты вновь вышли на пикеты. Репортаж Екатерины Леоновой. Когда я ее нес, по мне гной тек с кровью. Я сначала не понял, что такое. Мы-то забирали с переломом ее, а там оказались дыры. Вот так выглядела Тагира, когда ее умирающую вынесли из вольера муниципального приюта. Задняя лапа сломана, на теле три отверстия, похожих на те, что остаются от металлических дротиков, которые используют при отлове бродячих животных. Рентген это подтвердил. В одной ране при рентгене был обнаружен металлический дротик из тех самых дротиков, которыми отлавливают животных у нас в муниципальном приюте. Собаки после отлова не осматриваются. Вот. Лапа, скорее всего, была сломана во время того, когда ловцы затаскивают животное щипцами в клетку. По словам зоозащитников, в приюте не нашлось даже медикаментов, чтобы лечить Тагиру. В результате изувеченное животное доставили в клинику. Диагноз – гнойное воспаление мягких тканей и сложный перелом голени. Собаке пришлось сделать недешевую операцию. Конечно, на пожертвования неравнодушных пермяков. А покалеченные постояльцы в муниципальном пристанище только прибывают. Тот же штат, та же грязь, те же больные животные лежат с гноящимися ранами. Вот. Те же пьяные охранники. У нас на станции скорой помощи уже сейчас четверо или пятеро сидят с муниципального приюта. И все поломанные. Напомним, этой весной из приюта вывезли троих щенков со страшными ранами. Двое из них скончались. Разгорелся скандал. В результате зоозащитники добились смены руководства приюта. Страсти поутихли. И вот история Тагиры подняла новую общественную волну возмущения. Зоозащитники вновь вышли на пикеты. Цель – в очередной раз обратить внимание властей на работу муниципальной организации по регулированию численности безнадзорных животных. Краем нашим уполномоченным органам выделены субсидии на решение проблемы регулирования численности безнадзорных животных, естественно, научным методом, естественно, гуманным методом, как велит наш президент. Участники пикета требуют создать в регионе программу по защите прав безнадзорных животных, полностью сменить штат сотрудников муниципального приюта и усилить контроль за деятельностью этой организации. Прокомментировать ситуацию и обозначить пути выхода из нее мы попросили в администрации города. Ждем ответа. Екатерина Леонова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.